Привет, друзья! Уже через 15 минут на моем канале Vital Way появится ролик о насильнике и душителе Александре Берлизове, который орудовал в Днепропетровске с 70 по 73 год, расстрелян в 74 по приговору суда. Огромная просьба досмотреть фильм до конца, он идет 75 минут, то есть час 15, потому лучше его смотреть лежа на диванчике или удобно устроиться в кресло. Также огромная просьба к вам поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях, поставить лайк и обязательно написать комментарий. Это очень важно для продвижения фильма и поднятия его в рейтинге. Я работал над этим фильмом больше 2 лет. Представлю уникальнейшие фотографии и сканы. Я уже сказал, в приговоре суда от 74 года Берлизова расстреляли. Туда ему и дорога. Смотрите на канале через 10 минут уже. С вами был Виталий Пискун.